2014 году StarLadder TV представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Dota 2. В 9-м сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы StarLadder добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд. С 17 по 20 апреля в Киев Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Dota 2 TV для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SL TV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда – $80,000. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров – $2,500. Смотри матчи в Dota 2 TV на 5 языках. Поддержи любимый турнир и команды. Keep supporting us. We've been doing a great job buying the tickets. I want you to follow our team on StarLadder. You can follow and support my team through StarLadder by purchasing StarLadder tickets in Dota 2. If you buy the ticket, the prize pool will get increased, so the money will end in my pocket. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет на лича и лоудинг-скрин с пиктограммой StarLadder TV. Напишем новую историю Dota 2 сцены вместе. А ты купил билеты на StarLadder? Покупай билет черепах. Ну что же, мы возвращаемся в прямой эфир и продолжаем сегодняшний 26-й игровой день StarLadder Европа. Два матча уже за нами, два матча еще впереди. Мы посмотрим с вами еще за играми Na'Vi Cloud9 и Na'Vi против Meet Your Makers, так что все самое интересное мы еще увидим. В любом случае, Na'Vi уже одну игру выиграли, первый матч, вы помните, там у нас Empire выиграли, пока у нас выиграют фавориты. В этом матче конкретного фаворита, я не знаю, назвать, наверное, мы не можем. Потому что по сезону лучше идут Cloud9. Ну, Na'Vi просто мало играли. Вот да. В чем дело. Но Cloud9 хороши, этого никто не отменяет. Они действительно хороши. Но Na'Vi были не слишком хороши на первой карте. Да, да, действительно, Na'Vi были не слишком хороши на первой карте, поэтому, возможно, мы можем говорить о том, что проблема какая-то, да, у них все-таки есть. Ну, посмотрим. Букмекеры мы видим 1.701 коэффициент на команду Na'Vi и 2.02 на Cloud9. 80% зрителей считают, что выиграет Na'Vi. То есть Cloud9, Next, плевать. 80% Na'Vi. 80/20, да. Но я скажу честно, я проголосовал за Cloud9 у себя в группе. Я и за Next сказать тоже бы, проголосовал. Наверное, я тоже проголосовал за Cloud9. О, у нас наконец-то подключился там последний товарищ. Китаец наш, да. Это был любимый. Китаец. За 3 секунды до конца загрузки все-таки он подключился и так далее. Ну давайте знакомиться с командами. 9 побед, 2 поражения. Cloud9, Eternal Envy, Pilot IO и 2000. Sing Sing и Bone 7, 23,7 фрагов. 14 смертей всего-навсего. И 100% винрейт на Луне. Not bad. Да это же Envy на Луне. Я уже кучу раз объяснял, что если вы не хотите играть против одного из самых сильных специализированных героев Envy, то забаньте Луну, на остальных он вообще хрень вытворяет. Да, да. Позавчера он там тоже на этой Луне творил чудеса и так далее. То да, есть... причем задумки у Cloud9 очень интересные. Мне действительно нравится их игровой стиль, потому что в них просматривается действительно задумка. То есть это не просто набор хороших героев, которые, да, даже, допустим, каким-то образом друг с другом взаимодействуют, но можно просмотреть даже по айтем-билдам, по скилл-билдам, что конкретно они собираются делать. Там, ну, как бы далеко от дефолтов в некоторых случаях, и мне это действительно симпатизирует. Да, но в сравнении мы видим команд, Na'Vi делают в среднем больше фрагов, больше умирают на 5 фрагов, спасибо, больше ассистов хвосту. На 12, ну, конечно же. И вот смотри, как у Na'Vi средний ласт-хит команды Na'Vi. 600 просто, ровно. Ну, правда, на 7 крипов больше, чем Cloud9, ну и по КПМ, по XPM Na'Vi немножечко, совсем немножечко впереди. Ну что, давайте смотреть, Na'Vi Cloud9, однозначно матч сегодняшнего дня, матч, который, я думаю, сейчас нервно наблюдают, в первую очередь, все игроки команды RockSkies, болельщики команды RockSkies тоже. Болельщики RockSkies сейчас должны просто неистово топить за Na'Vi. И это как бы это парадоксально не звучало, да, но это действительно так. Да. Ну и Cloud9, видимо, смотрели первую катку и, видимо, плохо смотрели на хвоста, потому что забанили Дума и забанили Shadow Fiend'а. Но Dendy, конечно, был хорош в первом матче, тут уже ничего не скажешь. Dendy действительно всех просто перековылял и никаких шансов не оставил. Ну что, Invoker first пиком будет или нет?
сейчас они его очень любят. Они его нереально любят. И Пупей прекрасно знал, когда банил, что это будет. Меня больше... Это Бэтрайдер. Меня больше интересует, будет ли отдавать Луну. Cloud9, Бэтрайдера забирают тоже всегда. Потому что Нави вряд ли будут первыми двумя пиками забирать Луну. Я не думаю, что мы это увидим сейчас. Висп ЦК. А возможно, сейчас инвокера заберут для Данила. Ну, Данила был бы рад против Синг-Синга пойти инвокером постоять. Я тоже думаю, что это неплохая затея. И сейчас посмотрим, что придумает Пупей. Да. Как, так как нам здесь свет затуляет Витя, мы еще раз напомним, что его вы сможете услышать на трансляции из Dream League. Играют RockSkiz против... RockSkiz первую тоже играет. Короче, я забыл, с кем играет. Короче, кто там играет на Dream League. Вот я смотрел 5 минут назад и опять забыл. Специальный комментатор. Пришел, подготовился к эфиру. Не знает даже, кто у него играет. Я уже даже анонсы подготовил. Это хорошо. Ладно, я ничего не смотрел, ничего не читал, поэтому я тут могу сейчас умничать сидеть и говорить, что вы донные. Как факер, да, история. Смотрите, документальный фильм появился, история одного банапика. Дазл Визаж у нас, мы не первые два пика от Нави. Так, короче, уйдите отсюда, тут как бы трансляция вот устроить. Так, у нас тут Дазл Визаж. Как тебе связочка, винрейт ее? Вообще потрясающий. 70% винрейт связки Дазл Визаж. 34 матча, между прочим. Ну, это много, да. Это реально много. И что-то сейчас должны, наверное, испуганными быть Cloud9, если бы они эти цифры видели. Ну, Луна, не думаю, да. Конечно же. Товарищ Eternal Envy, который играет здесь с ником Котори. Как же постоянно забрал, играет с какими-то анимешными никнеймами. Да. Вот ему просто надо, я не знаю... Почему все кэри анимешники? Вот это? Ну, только хвост нормальный, по-моему. А может быть, мы чего-то не знаем о хвосте? Мы чего-то не знаем. Может, хвост каждый вечер засыпает под анимешник? Анонимный анимешник. Анонимный анимешник, а-а. И может... сидят там, знаешь, в комнатке, там, Envy или Дан Хвост, да. Меня зовут Илья, я анимешник. Меня зовут Александр, я тоже анимешник. Меня зовут, я не знаю, как зовут это на Envy, к сожалению. Не помню просто. Патма в бане. В бане Пак. Ну, сигнатурный герой. Ну, кстати, тут Бэтрайдер с Луной тоже неплохо выглядит. 58% винрейта на куда более длинной дистанции, почти 150 матчей. В 4 раза длиннее все-таки дистанция. Да, и это тоже интересно, интригующе, я бы сказал. Продолжают банить дендиков, минус пак. Забанили всех, перебанили всех дендиков просто. Да, да, да. Драгонайта надо забанить. Да, дендик так возрадуется. Дендика. Да есть же, нет, Никса забанили против Фаника. Ну и Last Ban Na'Vi и пик Na'Vi. Мы понимаем, что пока герои есть для Пупея и для Куро. Героя в основном нет. Для Cloud9 тоже уже Bone 7 и Envy получили своих героев. 10 seconds to go. Пока да. Ну вот интересно, начали разбирать персонажи, да, если Na'Vi зашли с суппортов, скажем, издалека, то Cloud9 сразу вот просто, мы вас будем убивать. Слушай, вот а этим ты знаешь, и вот что этим. В украинской доте не бан, а блок. Не пик, а выбер. Ну, норм. Початок битвы. Я на этот матч чисто для теста в тестовом режиме включил украинские титры в доте. Выглядит феноменально, на самом выглядит, деле. Я просто ни разу еще не видел, я не знаю, как там мега-киллы звучат. Сейчас там, будет сейчас будем костер. Видеть, сейчас будем видеть, как оно выглядит. Так, там у нас темпларку Пупей забанил. Ну что же, бинс темпларка. И это значит, что, наверное, будет Дэнди брать что-то такое, против чего темпларка очень хорошо стоит. Скорее всего. Ну а против чего темпларка хорошо стоит? Да против всего темпларка хорошо стоит. Виномансер только ее избивает. Так что Инвока Дондиза Супамида. И вот он, инвокер by Dendy нас ждет. Да, и 23 кто же матча, нас 13 ждет побед. Теперь от Синг Синга. Потом. Потом в бане. Потом в бане. Потом в бане не будет потом. Шторм Спирит еще остался из таких Шторм самых очевидных. Спирит в миде от инвокера получит люлей. Ну, в зависимости от того, ну, Дэнди надает Синг-Синг, вот, мне кажется, если там будет шторм. Надо, чтобы Синг-Синг взял что-то такое позапарить. Ну, позапарить себе, по я не знаю даже. Ну, пак просто в бане, вот в чем дело. Да, поэтому пак в бане. Ну, есть же еще какие-то чудо-герои. Типа... Вайпер. Вайпер норм. Ну, с Луной он не очень так фрыщит. Ну, вообще тут Патма идеально въезжала, но, к сожалению, Патмы не будет. Ну, к сожалению, для Пайлайдая и для болельщиков команды. Cloud9, GG. Ну, кстати, блин, Вайпер. Ну, Вайпер... Нет, да, Вайпер хорош.
Ну, вот не знаю просто общую концепцию, да, того, что сейчас собрались пикать Cloud9, поэтому не могу сказать, вписывается он. Вайпер занюкает к чертям собачьим, Midwalker вместе с визажом еще что-то доберут. Там же пассивочка, 20% резиста. Это да. Это же просто встроенная клака. Чит. Клака. У кого там клака в биологии? У жаб или у кого? Или у птицы? Вроде бы у этих. Блин, клака. Или у дельфинов. Или у китов. Radiant. Нет, тоже не у дельфинов. Я не помню, короче. Ладно, это не важно. Сейчас загуглю. Тупые, я биологию прогуливал всегда. Ох ты, нифига б себе ход конем, команда Na'Vi. Спектра для хвоста нас ждет. Да, нормасик. Это интересно. А, не-не. Сейчас тут какая-то фигня. Я даже не хочу вслух читать, потому что тут... Не надо. А, из рыб, кстати, я вот вспомнил, да. Акулы и двояко дышащие. Ну да, это какие-то дельфины. Ну и земноводные присмыкающиеся. Я говорю, у жаб, да, есть да. Клака. Боже, о чем мы говорим вообще? Чен для Ауи 2000. На Робике сыграет Пайлай Дай, но остался герой для Синга. Остался герой для Синга и герой для Фаника. Что же это будет? А вдруг они сейчас надурят? И как-то по-дебильному поставят линии. То есть поставят даблу в миде, дазл спектра просто. Визажа в легкую с инвокером и в сложную, что-то очень серьезное. Ты что подсматриваешь мой компьютер? Не, я читаю просто твит от Сэбергмета. О, прикольно. BTS сет свой запустили? Да, какой-то Evolving Pack сет. Сейчас заценим. Нет, это лодин скрин, не хочу лодин скрин. Постоянно все на лодин скринах так красиво выглядит, а в игре какая-то хрень получается. С моим жуком вышло ровно наоборот. Он в доте выглядит именно на превьюшке, типа в магазине. Да, весьма печально, но зато в игре более-менее. Да, в игре нормально. Вот этот вот бан алхимик я вообще не выкупаю. Алхимик в миде? Да вряд ли. Вряд ли бы рискнули ребята из Cloud9 поставить алхимика. Ну и минус Фурион. На Фурионе не будет играть Фаник. Фаник бы и не играл на нем. Тут немножко, по-моему, Cloud9 переборщили. Вряд ли Фанику бы довелось играть. На Фурии, ну и ласт пик команды Na'Vi. Ну, целая минута еще есть у Папи в запасе. Для того, чтобы придумать героя для Фаника, тяжело это сделать, учитывая... Это кентавр Варранер. Это кентавр Варранер, кстати, это очень круто. Потому что кентавр и спектра — это такое комбо-вомбо довольно веселое. Ну вот просто этому комбо-вомбу надо время. Кентавру надо дагер. Это, ну, если повезет, если не будет у тебя 10-12 минута. Ну мы видали просто эти комбо-вомбы. Вот, от ДК. Na'Vi. Ну и от ДК, да, они, от в принципе, в Азии у них появились первые самые да. Вот эти кентавры. Ну и Айс-Айс-Айс на этим кентавром нам тут весь китайский дивизион выносил мозг. Вот на ВПЦ тоже все чаще. Кстати, ВПЦ возвращается на наши экраны уже завтра. Опять-таки китаны будут продолжать свое шествие по Китаю. Так что болельщики Яматеха и короля Денаев, как его назвали даже сами китайцы в титрах. Король Денаев, куху, который за Denial Legacy, за Denial игрока чужой команды, и что вообще что-то невероятное. Как можно за Denial? Но он куху может. Я не знаю, как можно за Denial игрока чужой команды. Куху знает. Ну, мы видим, что винрейт 33% у связки Кентавр, Дазл и Спектра. Ну и вообще со Спектрой винрейты не самые выдающиеся. Ну, выборка маленькая. Ну и last pick. Cloud9 Sing Sing. На чем же будет играть? 10 seconds to go. Да, очень любопытно будет наблюдать за этой дуэлью. Кто же это будет против инвокера? Это... Тайдхантер! Что? What? Я вообще ни хрена не понял. Ну, кстати, винрейт-то у него 75% на турнире у нас. Между прочим. Я реально ни хрена не понял. Я тоже что-то не совсем понимаю, к чему здесь этот Тайдхантер и...
Да. Общий план. Окей. Хорошо, Kraken Shell. Ультовать будем, бла-бла-бла. Ты же так просто, да, решил пройтись по способностям. Кстати, можешь понаводить, они там тоже названия у них интересные. Да. Круто, Ravage, Enchant Smash, Clash. Не-не, там видишь описание? Во время уничтожения от пару... А, ну, по-украински пишет, лол. Руйнати, а що сили гатить по землі? А ты что думал? Из земли вырываются щупальца. Круто! Все, я теперь буду дома только по-украински доту играть. Ладно, Синг-Синг на Тайдхантере идет в мид, Eternal Envy на Луне идет фармить в легкую Пайлайдай, будет на Рубике помогать, и Чен Бай Ауи тоже туда же, в сложную полетел, конечно же, Bone 7. У Нави хвост на Спектре, Пупи на Дазле, Дэнди на Инвокере, на Визаже Куроки и Фаник на Кентавре, змурованном таком Кентавре. Убегает в сложную линию. Слово «крам» от «крамныця». Оно, конечно, крутое, но... Крам. Крам. Да, это норм. Не, ну, в русском «лавка» это тоже тупо, я считаю. Так, здесь, кстати, нашли Фаника и просто разбежали здесь. Не, ну, «лавка» еще, ладно, куда ни шло. Ну, «крам». Ну, не магаз же назвать там. Слово «крам» просто нету в украинском языке, ну да ладно. Как же сократить? Короче, никак. Киоск. Я не знаю, еще как-нибудь. Что там высматриваешь? Че, надписи смотрю. Будем скиллы читать. Вив. А тут по-русски еще не переведено. Не все еще перевели. Мы видим, что на Вив еще по-русски. Тут тоже по-русски. У Дазла еще не все переведено. До Дазла не добрались, видимо. До Дазла не добрались, да. Там, но зато у Тайдхантера вот перевели. Здесь тоже, да, зато у Тайдхантера перевели, и вот у Тайдхантера мы уже знаем, что удар якорем, з розмаху б'є кремезним якорем, завдаючи шкоди найближчим ворогам. Та после... Короче, круто. Ладно, неважно, все, хватит. Сделали. Началась игра, пошел на сгонг, начинаем мы смотреть Дэнди на инвокере против... А может быть это дабла в миде? Нет, это не дабла в миде, это синг-синг в миде. Через Kraken Shell и Enchant Smash будет качаться, это точно. Ну, так, ну и смотрим на того самого синг-синга, до чего сейчас дойдет Да, я буду техника. Стараться смотреть именно сюда. Здесь, кстати, Бэтрайдера сейчас могут поймать. Так, Бэтрайдера, прокляли. Здесь же выбегает Куроки, ну Бэтрайдер спокойно улетает. Куроки, правда, его засловил и здесь расстреливает. Я бы сказал, что он неплохо. Слишком уж спокойно улетает. Много хп потерял здесь бы на 7. Ну да. Был бы, ну, хвост с даггером там помог, конечно, но этот даггер не продамажил. Или, не, продамажил. Просто смотришь на синг-синга в миде, бьет его Дэнди. У Дэнди и так атаки не слишком много, хотя у него когти. Но все равно, ну, из-за того, что он классовый инвокер. Так, Тайдхантер он вообще урона не наносит. Вот смотри сейчас, если Дэнди ударит синг-синга. Там Бэтрайдер помирая вид лап нейтральной истоты, но это такое. Бэтрайдер умер от нейтралов. Видлап нейтральные истоты. Cloud9, Синг-Синг, минимум 5-2. И Дэнди 3-1. Ну, вообще, суть в том, что Дота настолько привычна на английском языке, и даже на русском она вызывает улыбку, что украинский перевод действительно очень-очень новый, забавный, веселый получается такой. Я просто жду надписей, там, Rampage или буйствует, как будет, там, не знаю. Ладно, Синг-Синг мини 7 на 3, 5-2 у Дэнди. У Синг-Синга действительно все хорошо поначалу, но вопрос не в том, как он отстоит линию. То есть то, что отстоит он Тайдхантер линию, это было понятно. Вот Kraken Shell, Enchant Smash, как мы и предполагали, что еще плюсики качает. Не, ничего не качает. А, ну, в 2 Enchant Smash. Вопрос в том, что дальше. Ну, типа, а что толку с Тайдхантером? Ну, забежал, дал ульт, все. Не, ну, пока у врага нет БКБ, Тайдхантер выглядит неплохо. Проблема в том, что с появлением БКБ... Ни у кого он... не будет, по-моему. У кого? У Спектры? Вряд не, ли. У Кентавра? Не. Возможно, именно с этим расчетом-то и взяли Тайдхантера. Ну, может быть. С тем, что либо собирайте БКБ, тратьте огромное количество бабла, да, на, по сути, уворот от одного, да, заклинания. Либо, если вы не собираете, то извольте мириться со станом в пятерых. Да. Ну, мы видим, что Синг очень хорошо идет, у него 14 на 3 грипстат, у Дэнди 9 на 2, то есть, по сути, можно сказать, что линию выиграет, еще и контролирует руну, видим, забирает инвиз. На топе очень хорошо все у Envy, 15 на 4, мы видим, здесь Фаник, кстати, занял хорошую позицию и зарабатывает экспу, у Фаника сейчас будет третий левел.
Это школа Андрея Чепенко. Да, этот знает, вот здесь нычки, вот здесь. Да, Мак там постоянно ныкается, причем вообще везде, где только можно. Там, кстати, Фаник выходит на Луну, ну, хоть бы Дабл Эдж ей всадил уже, я не знаю. Да, не хочет, он получил бим, такой, блин, чего же я ей не ударил там. Бэтрайдер здесь продолжает в лесах летать и напрягать очень сильно Куроки вместе с Пупеем, ну и никак пока Боуна поймать не могут. Правда, у него закончится скоро Firefly, надо ему быть поосторожнее здесь, потому что без Firefly можно и встрять. Там Пупей еще по Firefly побегал. Так. Слушай, а Куроки тут пробил это очень серьезно. Опа, прокляли, у Боуна Севена нету Firefly, а Куроки слишком далеко отсюда, поэтому Боун, хотя спускается Куроки, получает слово, проблема Боуна, здесь же Дэнди в миде, и Фирстблад зарабатывает все-таки Кура. Ну вот, все равно неплохо. Дэнди, по сути, с мида ведь даже не ушел. То есть он просто отошел в сторонку, получил кучу, ну, немножко опыта, чуть-чуть денег, и вроде должен быть доволен. Слушай, а если мы говорим о Тайтхантере Суламид и против него про Квасавекского инвокера, то что у нас получается? Поднял ману выжиг и Тайтхантер без маны? Ладно, бегай тебе, Тайтхантер. Просто Тайтхантер. Просто Тайтхантер. Да, просто Мария. Здесь за Тауэр забежали, кстати, Клауд Найн, и будут пытаться быстренько забрить первую вышку. Там есть 3 целых рейджевых крипа, есть у нас баллиста, кстати. Ой, как тут разорвали, просто-напросто Пупей, Фаник тоже встряет. Фанька огромная неприятность, и Фаник тоже погибает. 2 фрага зарабатывает Cloud9, и сразу же заберут Tower вместе с баллистом. Без проблем у них получится. Да, тут, конечно, баблишко подкинули Нави своему оппоненту, и это может быть проблемой, так как Луна ведь там стоит. Луны уже огромное количество капуни. Да. Уже скоро 2000 насобирает себе Envy. Ну и тот дэмэдж, который, конечно, получил Пупей сразу же, как только его поднял просто-напросто Рубик, это сильно. Слишком много дэмэджа. Да, привет арене передаем. Нас смотрит уже на большом экране, наверное, кто-то. Да, что, наверное? Почему кто-то? Кто-то. Я уверен, там много людей сидит. На баре точно кто-то смотрит. А что ему еще делать? Да. Всем привет. Приходите в арену. Вечером матч Star Ladder на большом экране. Перед Лигой Чемпионов, по-моему, отлично. Ну что, Синг-Синг 27 на 5, Дэнди 24 на 5, догнал Дэнди Синг-Синга, но в любом случае у Дэнди есть еще и вот этот вот ассист при Фирстбладе, который немножко ему, я думаю, помог в развитии. Так, ну хвост там хорошо стоит на линии, хотя отстает он от товарища Envy, естественно, потому что там Tower были сделаны 2 фрага. Tower, да, очень-очень неприятно получилось для команды Na'Vi. Но пока что отставание не критическое. Рискнет ли хвост сейчас, в общем, Midas купить в Спектре? Midas? Нет, уже побежал за ПТ. Пойдет. Нет, это кольцо. Колечко, да, то есть с Вангарда будет начинать, ПТ потом. Нормально. Что ПТ, если фейзы? Вдруг ПТ? Я думаю, фейзы. Right, ну, в принципе, да. Фейзы бегать удобнее все-таки. Ну, среди ты вот, да, ты же спектрат. Ченовских крипов там и так далее. Да, медленная такая хрень, которая еле перемещается. Куро засловил Боуна Севен. Ну, и здесь пытается Бэтрайдер улететь. Куро долго его, конечно, держать не сможет. Так вот поплевал Бэтрайдер. 5-й левел уже наворал. Но такие Бэтрайдеры, да, вот они больше мешают жить. То есть понятно, что здесь быстрый даггер, конечно, он выформит, ну там не ультра быстрый этот даггер у Боуна будет, то есть будет там минуте на 13-14, но все равно он будет. Опа, проклинает, Пупей, Боун Севен, на этот раз нет возможности улететь. Смотри, нож закидывает спину Бутрайдеру, и это минус. Второй фраг команды Na'Vi. Ну да, хвост поучаствовал в ассисте. Причем хвост недалеко убежал, и лол. Хвост далеко убежал. Мог быть уже почти на линии. Вот ему надо было просто вот так отбежать. Он решил побегу напрямую. И в итоге потерял кучу времени. И да. Смотри, там кентавра у нас на топе приняли. Вышел пирог ложь смерть и ауи 2000. Да, и 236 голды за Фаник опять-таки заработали. Рубик заработал фраг. Наверное, хорошо для Na'Vi, что зарабатывает эти фраги не все Луна. Но 2 ассиста все равно у Envy есть. Envy обогнал уже хвоста по крипстату. И Envy сейчас вместе с Ченом и Пайлайдаем добрались уже до Т2 Тауэра. Да, Envy там уже скоро на 2000 будет, точнее не на 2000, на 1000, да, обгонять хвоста, пока что это всего 800 монет, ну, хотя, как сказать, всего 800, учитывая то, что фрагов было не так много, и это действительно неплохая заявочка, так, видим, там кентавр байтил до последнего, тут уже Дэнди рядышком. Там луна утонула, ой-ой-ой, Envy так ошибается на ультах, или это просто, чтобы тавр это забрать? Это просто, чтобы забрать вышку, видишь, забрали вышку и убежали, то есть миссия выполнена. Да. Никто не умер, вышку не заденайли, все нормально. Если бы получилось кого-то забрать с ульта Envy, было бы, конечно, для Cloud9 просто феноменальный результат. Ну и так тоже неплохо. Забрали тавр опять-таки крипы там, ну, в принципе, все хорошо. Второй тавр имеется в копилочке команды Cloud9. Дэнди ничего толком не заработал, никого убить не смогли Na'Vi. Ну, все хорошо, пауза у нас. И пауза как раз от того самого Eternal Envy.
Надеюсь, никаких технических осложнений у нас не будет. А go, go, go. Я тут задетектил еще одного знакомого анимешника. Ты их детектишь? Оно, в принципе... Да, но он сказал, а что это вы наезжаете на аниме, как будто это что-то плохое? Так, мы кто наезжает? Только... Мы не сказали, что это плохое. Это нормальное. Вы просто назвали это анимешником, да. А вы как хотите, так и думаете. Плохо не это понимаю, почему люди думают, что аниме это что-то плохое. Это вполне нормально. Да? Да. Не, ну а что? В некоторых штатах в Америке даже разрешено это. Голландии. Я тебе скажу больше, разрешено. В некоторых штатах Америки каннибализм разрешен. Ну да, он еще не запрещен. Кстати, где-то там, я читал, что только в 75-м году, где-то там в Миссури или где запретили рабство. Ну, нормально. Вообще отлично. То есть до 75-го года там де-факто оно, де-юре, то есть оно было разрешено. Так, там EMP вот полетел, вот EMP, видимо, отбегает, конечно же, здесь Луна. И, ну, Дэнди сразу же показал, что он класса вексовский с упором на векс и Супар на векс, действительно, и будет ману выжигать довольно активно. Здесь Смоки полодали Синь-Синь, пытается кого-то найти, Синь-Синь уже Куроки нашли, но очень вовремя сманеврировал тот самый Куроки. Хвоста поймали, хвоста будет убивать. Есть ультимейт от Кентавра, ну и мы, видимо, отгоняет отсюда Cloud9. Так, ну и что, сейчас будут пытаться за счет этого самого Тайдхантера? Ну, конечно, за счет Тайдхантера можно очень неплохо так прессовать линии, потому что он просто идет, и всем надо бежать на лоу-левелах. Просто у Спектри нет ничего. Ты смотри, поймали раз Пупея, он умирает. Да, залассировали Пупея, моментальный минус, у Синг-Синга там залачено. Ой-ой-ой, поймали также Куроки. Тут же плевочек Пайлайдая. Синг-Синг просто танкует собой, он не дает толком что сделать. И Санстрайка от Дэнди не может быть сейчас Пайлайдая. И в итоге мы видим, что проблемы у команды Нави. Вынуждены они так убегать отсюда. Ой, куда ж пошел Куро? И Куро здесь, скорее всего, погибает. Да, за ним тут целая делегация уже выехала. Вот он, Рубен. Должны поднимать здесь Куроки. Да, даже его не поднимают. 5-3. Просто так снесли. Шикарная игра сейчас от Cloud9. И вот просто ничего им не могут сделать. Они просто давят. Да. Ну и мне кажется, вот она тактика с Тайдхантером-то хорошо зашла. Потому что вот он просто идет и морально давит. Да, ты не можешь к нему подойти. Но из Спектра понимаешь, что пока у него не будет там кучи артефактов, она, ну, пока бесполезна. Ну, хотя бы Радианс бы не помешал, но до Радианса еще фармить и фармить, потому что вот только-только был куплен Вангуард. До Радика еще очень далеко, и это шанс для команды Cloud9 еще забрать несколько туров. С Пуруды Питьмы был и фортификован. Питьма. Я вспоминаю фильм «Монстро» на украинском языке, который я смотрел. Там самое частое слово, которое употребляли, это «трясься». «Трясься». Ну, это, я так понимаю, перевод слова «фак». Ну, типа да. Забавный, кстати, перевод. Ну так, неплохой. Сиксинга, кстати, поймали. У Сиксинга и так нету маны, еще больше маны ему тут выжигать. Поймали Пайлайда и избили его моментально. Спектра будет ли прыгать за Сингом? Нет, не стала прыгать за Сингом. Погоня пошла, кстати, в другую сторону. Вау, и отлично, отстанился Кентавром. А хороший контроль. И тут уже Луна подходит. А у Синга уже есть ульт. У Синга уже есть ульт. Да, и у Синга просто маны не хватало. Вот сейчас у него мана появилась. Там ему Чен подзалил, сам он себе сейчас подзальет вместе с Ченом. Мне интересно, кстати, сколько вот на 11 минуте игры ведут по деньгам. 5500 Cloud9 ведут. По XP, правда, 400 XP, но 5500 за счет 3 тавыров, за счет 5 фрагов они ведут. И сейчас они могут спокойно зайти на Рошана, потому что зона вокруг Рошана в радиусе экрана — это зона потенциальной опасности. Да. Как только вы подойдете... Луна. И ультимейт, Тайдхантер, ультимейт, там просто Нави поумирать без шансов. Вот, то есть, какой может быть? Да, если врываться... Птички могут какие-то там, не знаю. Должно быть идеальное ЕМП с торнадо, тогда шансы есть неплохие повоевать. Вот сейчас Дэнди будет начинать. Вот сейчас Дэнди будет начинать. Должен ульт лететь. И вот Пайлайдай, что украл? Колдснэп он украл. У Дэндика нету торнадо с ЕМП. У него есть ЕМП и колдснэп. Это печально. Да, то есть если он сейчас скастует себе торнадо, у него исчезнет ЕМП. Ну, отдают Рошана сейчас Нави. И Аэгис Луны. Восьмой левел. Нави только потеряли кучу времени, простояли здесь и разбегаются по линиям. Даггер у Бетрайдера. Бетрайдер покупает. Даггер, как мы и предполагали, 12-13 минут. Вот конец 12 минут и есть Даггер. Bound 7. Not bad, братиш, not bad. Да, но не будем забывать то, что на топе уже нету тир 2 вышки, то есть тут уже Т3 некоторым посягательством со стороны крипов подверглась. Ну, вообще, это рай для хвоста, как бы он может спокойно здесь стоять, просто не отпушивать эту линию и фармить. Минут 10 ему дайте, только и все будет хорошо, да? Ну, а, кстати, хвост качался, мы видим, через Дезолейт, то есть очень хочет он драться, очень выгодно ему прямо сейчас кого-то влетать. Кстати, вот этот Рубик какой-то, он слишком наглый, этот Рубик.
Рубик решил, да, такой волевой выход. Прям волевой фейтболт просто. Вот здесь сейчас был, это каким таким образом ты здесь оказался? Не, ну у него там вард есть, то что, так что он, в принципе, понимал, что там происходит, и, возможно, он... А, он этот вард как раз и поставил, да, вот в чем дело. То есть это была цель поставить там вардевич. Я-то думаю, что это за наглость такая. Dazzle Level 4, 13-я минута игры. Это не к добру. Низ просто отдали, снизу постояли триплой, снизу толком ничего не сделали. А в итоге эту линию полностью отдали сейчас Бетрайдеру, делают, что хочешь вообще Клауд-Найном. И сейчас саппорты Нави, да и Фаник, в принципе, не знают, что делать. Фанику до даггера еще, ой, как далеко. Это будет супер тайминг на вид даггер на 20-й минуте. А здесь даггер у Синг-Синга. Ну, с таким-то даггером, реально ранний даггер, 14-я минута, Сайдхантер. Да, после Аркантапка еще там ботлы всякие, Стаутшилты, Грейджин и Стик, то есть там достаточное количество бабосов было потрачено, прежде чем купить этот нож. И вот она, пошла жара. Еще 6-6-6 маны у Синг-Синга, это явный знак. Что к добру. Пора. Да. Ну и сейчас будет пытаться быстренько кого-то поймать. Пошел смок, будет выход в мид. Тут Луна рядом, Луна и Эгис. Понятное дело, что Эгис надо реализовать, и Эгис только 2 минуты действует, еще 4 минуты в запасе есть команды Cloud9. Да, Луна сейчас будет байтить, скорее всего, в миде, в наглую выходить, бить крипов, бить вышку. Ну, как или, только... либо они тупо ворвутся сейчас вот на двоих и всех поубивают. Ну, мы видим, понимают, наверное. Нужна инфа, не так. Инфы нету, они даже не знают, есть там один чувак. Но или торнадо, нету. Торнадо увидели, понимают, что, наверное, здесь. Вот птички залетели, птички, понятное дело, никого не палят. Навид могут понимать, что где-то враг. Ну вот сейчас спалился еще здесь тролль. И палятся все. Палятся все. Бон 7 еще и встанет. Мы видим здесь. Тауэр спокойно Луна забрала. Вот просто отжимают. Еще сейчас потеряют птиц, Куро. А, нет, нет, нет. Там, да, рассредоточилась атака по птицам, и оба в результате. Нави уже на 15-й минуте зажали за своими Т2 товарами. Им тяжело что-либо сделать. И дальше сейчас будут вот так вот давить. Ну что, есть блинк, ой, там еще и Рубик украл птичек. Вот это жесть. Вот это круто, пайлайда, конечно. Да, очень быстро рассыпается тир 2 вышка. Что делать Нави, непонятно. Блин, 7500 уже ведет команда Cloud9. Ну, по XP полтора, но вот ты смотри, еще птиц зафармил Бетрайдер. Ой, Бетрайдер, Тайтхантер прыгнул. Ты кто-то прыгает, думаешь, что Бетрайдер сразу. Да, очень-очень страшно подходить к этому Тайтхантеру. Ну и Нави отдали еще один тавр. Осталась всего одна вышка. Это будет 6-0 по таварам. И будет около 12 с копейками тысяч преимущества команды Cloud9. Ну я вот буквально недавно вспоминал тему Тайтхантера и того, почему про него забыли. Упоминал такую причину, что команды сейчас играют слишком медленно. И у всех успевает появляться БКБ к тому моменту, когда начинаются первые серьезные тимфайты. Да? Сейчас мы видим, что ни хрена подобного. Мы увидим у инвокера барабаны и фейзы. Да. И это намек на то, что, во-первых, вместо барабанов и половины меки могло уже практически быть БКБ. Даже не практически, а БКБ могло появиться. БКБ инвокеру — это не самый хороший артефакт. Но проблема в том, что не собрав БКБ, ты вообще ничего не можешь сделать. Да. То есть тут альтернатива такая, скажем, выбираем меньше из двух зол. Видишь, есть мнение, что Нави здесь решили сыграть стратегию просто потерпеть и дать время, потерять все товары, дать время хвосту вынести Радианс. Хвосту 1000 до Сакра, до Радианса больше. То есть... Ну, вот если сейчас Клауды не затупят и пойдут дальше давить. Ну, видишь, Клауды, вот, например, уже потерялись здесь немножко время, но хотя нет, подмал. Луна несла все-таки нижнюю линию, то есть нельзя сказать, что они тупят. Ну, а вот что, а сейчас им надо заходить на хайграунд, а Нави не пойдут никуда, а на хайграунд это немножко опасновато, я бы сказал, сейчас заходить. Ну, пока у Спектра нет Радика, то... Ну, можно. Это реально, да. Ну, вот смотри, вот уже забежала Луна, она по-прежнему с Аегисом, это самое важное, вот Дэнди поднял, ману, правда, не выжигает. И вот, Cloud9, 17-я минута, Спектра на топе, там проблемы у Пупея, он выхиливается, крипов нету. А Синг просто сейчас будет стоять сзади и выжидать, когда будут байтиться на Луну. Луна вот отходит из-под ЕМП. Луна что-то как-то далеко забежала. Не, нормально, нормально, нормально. Там Аегис, он пропадет через минуту, нужно хоть как-то его реализовать, разводить на скиллы, на косты. Вот есть глиф. Спектра на топе тем временем несет тавер, но... Но тут-то вышка поважнее будет. Конечно, и тут она упадет побыстрее, еще и потерять сейчас. А нет, не потерял птичку Куро. И Патрита они отдают. Бетрайдер цепанул Пупея. Огромные проблемы у Пупея. Пупея не успеет ничего сделать, умирает Пупей. 19 секунд его не будет. Продолжается осада этого тавера. Есть телепорт сюда от хвоста. Ну и вот Луна ультует, Тайтхантер отлично все делают, Cloud9, Дэнди умирает.
Ну и что? Хвост забежал, конечно, в спину. Фаник! Фаник просто феноменальный врыв. Хватит ли этого урона? Нет, неизвестно. Не хватит. Нет, не хватит. У хвоста 3400. Фаник байбек умрет. Сделал. Фаник сделал байбек. Тоже а нельзя если хвост умрет, это беда будет. А, нету маны у Энви для того, чтобы... Фаник летит, лол. Бимом? А Фаник в спину летит просто. И влетает сюда с куроки, они тут дерутся, пайлайдай, умирает. И Луна едва живая, да, Луну забили, Луна забрала. Луна, Эгис через секунду слетает, да, вот он минус Эгис, это реген, мы сбили, видим. Сбили. Да, хоть что-то хорошее, линию не снесли. И троих даже убили, и Эгис забрали. А у кого были байбеки? Байбек был у Кентавра и у Дазла. Кентавр, да, и Дазл делали, ну, могло быть похуже, вы знаете, здесь, я думал вообще закончат сейчас. Вот два форстафа сразу приобретают. Там, на самом деле, Фаник был в шаге от того, чтобы не погибнуть еще раз. Да. Ну, Фанику в итоге даггер придется еще отложить. За счет того, что он сделал байбек. Правда, после байбека нормально, в принципе, так подрались. Так что денег немного заработали. Ну, и хвост 3800. Вот очень хорошо для Нави то, что не умер хвост. Это да, очень да, хорошо. Да, это самый главный момент. То, что не пришлось Спектре делать байбеки. То, что Спектра неплохо повоевала, поучаствовала Рубик, в этом. Рубик проседает и там умрет, наверное, Рубик. Нет, Рубик не умирает, а Дэнди... Дэнди сейчас будет... Ой, а Дэнди здесь приговорят. Дэнди тут без шанса. Пытается, конечно, балансовать еще. Барабанит и будет сейчас бим. Ладно, да ладно. Секунда до бима. Нет, тут Тайтхантер. Бим, Дэнди и Гашем добили. Слишком далеко зашел Дэнди. Пытался на халяву забрать Рубика, и в итоге его за это наказали. По-прежнему Дэнди без Мекки, и будет он без Мекки. Ну вот Синг себе решил собрать Блейдмейл. Не знаю, насколько правильно, потому что особо его и не бьют. А если дадут все-таки сейчас хвосту еще вот эту вот минутку, и дадут ему Радианс, это же сбивает все догера. Ну это сбивает все догера, если хвост первый нажимает ульту, если Клауд Найн нажимает. Когда они будут видеть, что забегает Луна ультовать, сразу же будет ульт хвоста и все. И Тайтхантер у нас уже ничего не может сделать. Тайтхантер будет заходить пешком, потому что его ловить все равно нечем, его контролить банально нечем. Да, согласен. Так что... Ну, в любом случае, игра-то от Cloud9 просто awesome. 14 тысяч голды, ну 2500 экспы всего-навсего. Да и просто главный плюс вообще для Cloud9 в том, что они играют не какую-то all-in стратегию. Да? У них по-прежнему остается лейтовая Луна, по-прежнему остается Битрайдер, который хороший в плане, да, инициации. Тайтхантер, ну, появится, возможно, БКБ. Не появится вообще идеально, то есть он всегда будет полезен. Если появится, полезен будет на 10 секунд меньше. Но при хорошо построенной драке, я думаю, Cloud9 способны будут растянуть время. Ну что, сражения. У хвоста сейчас будет Радианс. Вот он. Но Cloud9 уже снизу идут на бараки, а там глифа-то у Нави нету. А глифа-то у Нави нету, это, наверное, минус линия. Не знаю, будут ли они драться сейчас, я имею в виду Нави. Ну, без Т3 Тавра, без глифа. Но есть Радианс. Надо драться, нужно дефить линию. Вот, смотри, Луна уже зашла, ее просто отдают. Ну, типа, а что ты здесь сделаешь? Ну, Луна... Ну, хотя нету у нее же Аегиса. Да-да-да-да-да, вот сейчас. Бьет ренжевой барак. Казармы магии называется. Да, понял? Есть минус. Ну и что у нас? Врывается... Это два ЕП и Дэнди лишили маны, Пайлайдая убили. Чен выхиливает поздновато. И на этом все закончилось. Еще Сисинга цепанули. Спектра не ультовала. А не ультовала. Спектра тут только что в панику как раз хвост таки навел. Потеряли рейнджовый барак. Милишный остался целый невредимый. Ну, это такая себе... Ну, хотя 21-я минута, нифига себе потеря барака. Это серьезно. Cloud9 надо просто продолжать. Им не надо останавливаться сейчас. Но они сейчас должны пойти вот сюда на Рошана. Забрать они сейчас пойдут на Рошана. Конечно же. Луна Монтастайл, отлично. Тайтхантер... Ой, еще и Блейдмейл купил. Там только что очень сильно Дэнди опять-таки затупил, потому что он позволил у себя украсть ЕМП. И это самое ЕМП залетело у него... Куда? Ну, прямо в него и прямо во всех остальных от Рубика. А, ну. И он остался без маны, так что если бы драка продолжалась, то ну, инвокер был бы абсолютно бесполезен. Битрайдер покупает майнес, у Дэнди есть уже деньги на рецепт, кстати, на хвост. Хвост пытается цепануть Боуну. Ай, как больно-то Боуну! Один удар оставался. Все-таки четвертый дезолейт дает о себе знать. Ну и мом включенный тоже дает о себе знать. Ну а тут Айбис. Четвертым-то дезолейтом. Да, включенный мом это не к добру. Там, кстати, маякует вард снизу стоит, что давайте добьем этот барак. И не думаю, что Нави будут драться за этот барак. Они, наверное, на топе будут пытаться сейчас забрать тауэр. По сути... Это байт на потму, наверное, на потму на спектру, и ну, Cloud9 сюда не пойдут, они не тупые. Я вот и не знаю, будут ли сейчас драться за этот барак, потому что барак, ну, есть уже ТП, смотри, есть, не, ну, хотят драться Нави,
ну, это одна линия, которую постоянно придется отпушивать. Но вот против этой луны, у которой Аегис, она его просто... Кстати, разменять вот этот барак, который, в принципе, бесполезен, на Аегис-то было бы неплохо. По-моему. Так, заходит, да, у нас там пачечка крипов. Начинают сносить линию. Ну, пока. Там Бэтрайдер прыгнул. Цепанули Дэнди. Ну, как Дэнди подставляется-то? Как Дэнди? Ой, да ладно, Дэнди-то по-прежнему жив, но тут Рэвэйдж. И Рэвэйдж попадает по хвосту и по Фанику. И режут же Спектру. Ой, Луна, там извините. Фаник просто невероятный. Там от Нави вообще. Хвост трипл кил. Хвост ультра кил. Ну, будет ли рандомочка? Еще чуть-чуть нужно догонять. Дальше есть стан. Хвост. Визаж Хиллер. Что сейчас произошло вообще? Как они это сделали? Ну, я думаю, стоит обратиться вот к этому товарищу, который бежит, опустив топор, потому что... Он фуллов из драки вышел! Так, потому что его никто не бил. Вот в чем прикол. Поймали Дэндика, Дэндик в результате выжил после главной инициации, да, успел там еще подкидывать какие-то косты. Он дал Мекку, Торнадо, ЕМП, и туда влетел Фаник, застанил четверых, а дальше хвост. Нет, там дальше тоже был Файник, то есть он еще там 4 соточки дэмэджа по всей толпе дал. Ну а дальше был хвост с Радиансом, и все закончилось. Самое смешное в этом всем, что барак-то стоит. Да, и он регенит. Подожди, а как называется казарма мечников? Казарма мечников. У меня есть одна из моих любимых Tower Defense'ов, называется Prime World Defenders, и там тоже на украинском языке, там довольно прикольная такая игра, причем там даже озвучка украинская очень, очень крутая. Вот, рекомендую знаю, надо... любителям пошпилить. Tower Defense'ы, хорошая игра. Ну, давай выпустим украинских анонсеров от нас с тобой. Это легко. Вышка по центру атакуется ворогом. Да. Было бы интересно. Это, кстати, интересная идея. Кстати, смотри, Cloud9-то, а чё они здесь скучковались? А что вы делаете, ребят? Смокируются, наверное. Ну, я понимаю, что так, типа, они ждут, что сейчас сюда придет команда Na'Vi или что? Ну, вот, или они что-то фармить. Cloud9 сейчас получили разок. Это не повлияло на графику? Нет, ну, повлияло немножко на графику. Неплохо так повлияло, 4 да. 4000 голды. Ёшкин ты кот, а по XP-то Na'Vi впереди. Ну, 4000 опыта, это не так много. Ну, 5 уже вот только что обновилось. 5000 ну, ладно, опыта. 5, хорошо. И 5000 экспы. Не, ну это нормально, а чё? Ну, за одну драку? Вот... Хвост чуть не сделал рэмпейдж. Шаленство. А я не видел, как написано было. Вот я хотел у тебя спросить, как там написано. Чёрт, ультракил. Я не видел. Руна подвинули Шкоды. Там кстати, есть курок, запыняя смертельную ходу Луны и зарубляя 700 золота. А как тебе руна подвинули Шкоды? Куроку за курковую пляшете руну подвинули Шкоды. За курков... А, я за курковую пляшете, да, это норм. За так, ну что, продолжаем мы наблюдать. Хвост приобрел себе уже ривер, до Тараски ему, мы видим, 1100 осталось. И что будут делать сейчас Cloud9? Хвоста сейчас защищает вся команда. Я думаю, Cloud9 уже поняли, что если они первыми не нападут и не убьют, их Na'Vi будут расстреливать. Потому что если Na'Vi начинают, а Na'Vi реально сейчас начали, ну по сути начали Cloud9, цепанули они Дэнди, но тут же ворвался Фаник и ворвался Хвост, и все. И в итоге не получилось ни черта. Ну что, сага о бараке. Вот смотри, Хвоста, и вот это вот плохо, потому что куда он его утащил? Он его очень далеко утащил, Хвост, кстати, Хвост убивают, точнее да. Хвоста убивают. Тут же байбеки врываются, Хвост, и пошла драка, Хвост ворвался, и тут же погоня, пошла кентавр, но Синка... Ой-ой-ой, Блэдмейл-то как, больно только что было. Но Син погибает, Пайлайдай тоже Хвост убивает еще одного. Ну это минус 4. И Чен единственный сделал тп-аут. Это минус 4 опять от Na'Vi. Да. Ну, мне кажется, тут уже не ожидали байбека этого от Хвоста. И по сути, ну, то, что его как... убили в начале драки, было вообще до фени. Потому что драка была все равно 5 в 5. А уже без костов. То есть ну, Хвост да. заплатил за вот эти вот там все косты. Ну, свои тысячи байбека, но у него опять есть все. Ну, так правильно. И он заплатил 1000 голды за то, чтобы в него, его там раз убили, потратив все вообще косты возможные. И Ravage от Хантера. Хвост, оставь крипов, Дэнди, что ты делаешь? Тебе же деньги не идут. А ну, он, кстати, оставляет на туре, ты смотри. Опытный, что ли, дота юзер? Нифига себе, ты смотри, он всех крипов-то пооставлял, Дэнди, потому что ему еще не идет голда, штраф за байбек. Ну и Na'Vi, вы знаете, Na'Vi, по-моему, возвращается в эту игру, Na'Vi, по-моему, делают камбэк. С 14 тысяч золота уже осталось 7500. И вот он, второй тавер для Na'Vi. Зарабатывает его уже. Хвост у Хвоста. Продолжают появляться деньги. Но у Хвоста там скоро Тараска будет. И что уже вот в такой ну, жирной спектре делать? Знаешь, самое главное, что вот да, показали сейчас Cloud9, что если первого цепануть Хвоста, то драки выигрываются.
принципе, на изичах. Но хвост сейчас просто пошел куда-то, лол. Что делать? Бутрайдер успел его схватить, увозит Бутрайдер, тут же Синг-Синг прыгает. У Синга, кстати, нету ревейджа. Хвост живой. Это драка в салат в пользу Нави. Да, там Бутрайдер умер, Синг-Синг умер, плевочек Пайлайдая, он выживает. Хвост просто побежал на хайграунд уже добивать остальных. Даггер туда куда-то в сторону Eternal Envy. Поймали Пайлайдая. Нави просто сейчас раздавливают Cloud9. Что вообще происходит? Какая, как, насколько же решающая эта драка была? Когда Хвост сделал рэмпэдж. Ну там, конечно, All Glory to Fnatic, по-моему. Ну там Fnatic очень классно сыграл. Да и Дэнди тоже красавчик успел поражать все. Да. Там буквально за долю секунды. Ну во второй драке Fnatic сыграл печально, потому что он дал стан и дабл-эдж в Blade Mail Синг-Синга и чуть не убился. Мало того, что дабл-эджем ты себе и так наносишь дэмэдж, так еще и в Blade Mail 400 дэмэджа всовываешь. Вот дабл-эдж в дабл-эдж. Дабл-эдж получается, да. Дабл-дабл-эдж. 28 минута, 20 на 14. Квадэдж. Вернулись. 3000 голды осталось. По XP 12 тысяч экспы уже Нави ведут. Ёшкин ты кот. Ну и матч дня все-таки оправдывает себя. Тараска у хвоста. Ну теперь я не знаю, что вы будете с ним делать, ребят. Ты был прав. В самом начале игры ты сказал, если до 25 минуты не выиграют, все, дальше можно не играть. Ну вот. Так и есть. Ну, вообще, я говорил-то про предыдущую игру. Да. Ну, здесь да. Ну, здесь ничего да. страшного. Не, на самом деле, здесь я считал, что наступит переломный момент, когда появятся хоть какие-то блокинг-бары, да, у ребят из Na'Vi, но боковая они так не стали собирать. Дэмэджа теперь банально не хватает у Cloud9. Если бы они как-то кучей поймали Na'Vi и подняли бы всех на рэмпейдже и там с под луной и прочей лабудой, то, может быть, что-то и ну, получилось. Видишь, сейчас просто Луна очень сильно отстала по фарму. Вот эти вот три забега. Видишь, у нее 1000 разница с хвостом, кажись. Но да, она его опережала на 3 до ну, этого. Да, а сейчас толку с Луны мало. Ну, то есть, ну что у нее, мотоставит 2600 и доминатор. Все. Ну, это фигня, как на 30-ю минуту. Причем мотоставил у нее был минут на 18-й, по-моему. Так у нее не изменялись, не изменялся запак вот с момента первого захода на хайграунд. Потому что банально денег не хватало. Да, ну и мы понимаем, что сейчас Na'Vi будут пытаться толпой найти уже Cloud9. Хвост прилетит в любом случае, хвост будет просто распушивать линии. Как-то так осторожно, нужна сейчас информация, конечно, Na'Vi. А Cloud9 нужно как-то поймать хвоста. Ну вот на топе они сейчас четверо будут пытаться поймать сейчас хвоста. И, кстати, это возможно. Это возможно, что они его поймают. У хвоста есть ульта, и он может попытаться улететь на Чена. Ну вот на хвоста прыгнули, и успеют ли его убить? Должны, должны успеть. Хвост, тайт, ульт. Да, хвост примерно так же подумал. Это было жестко просто. Ты понимаешь, в него всадили... Он мне тактички не сделал. Да, в него всадили три ульта, он не нанес ни одного удара, при этом почти убил всю команду Cloud9. Двое умерли, и сейчас просто-напросто Na'Vi должны разбирать оставшихся героев команды Cloud9. Поймали здесь Envy. Envy пытается убежать. Осталось ему два удара сделать. Envy мансует на развороте бим, но это без шансов для Envy. Минус 4. Не, ну этот ганг хвоста, это просто нечто. Просто когда он на ревейдже, и ультимейт еще от Луны, и просто умирают двое, Рубик и Чен. Это, конечно, весело. Рубик и Битрайдер, извините. Три ульта в него потратили, правильно? Да, три ульта. Да, вот она спектра. Но это, понимаешь, дефолтная спектра, так, ну, так не пропрется. Но это только Дашкевич так может попереться. Боже, ты посмотри на мою спектру. Что она у тебя такая, как Энигма, да? Ну, я бы сказал, что она как... Она у меня такая же. Как недокачанная Энигма, знаешь, вот. Если у Энигмы есть синдром широкой спины, то у этой спектры, мне кажется, анорексия уже такой серьезной стадии. Да, спектру забыли приодеть в ее там вот эти вот... Дымящиеся. Да, дымящиеся. Ну что же, 36 секунд, Рошана осталось, 24-15 на 32-й минуте матча, ну и Na'Vi против Cloud9 продолжается, у нас довольно веселая катка, по деньгам Na'Vi уже в нуле, 54-800, 54-400, по XP 15 тысяч ведут. Появился у нас опять-таки хвост, ну и пошел нижнюю линию отпушивать. Да, графики уже... Да, действительно, 0-0-0. Ну и, наверное, больше всего радоваться должны сейчас, ну и вот оно, БКБ у Дэнди. Больше всего, наверное, должны радоваться сейчас фанаты RockSkiz, для которых, конечно же, вот эта вот победа, это бальзам на душу. А ты представляешь, как они нервничали первых 25 минут? Ну да. Вот прям сидели и типа, блин, ну беда-беда.
Ну блин, ну да, ай, ну, да. Ну сейчас же... Ну Rocksteady, кстати, с Cloud9 еще игра у нас имеется, по-моему. Если я не ошибаюсь. А может, не имеется? Я не помню, к сожалению. У Клаудов там последние серьезные соперники остались, да, кажется, Rocks есть в их числе. Я помню, где-то я писал по поводу расписания Rocks Kiss, что у них последних три матча, это Na'Vi, Cloud9 и еще там кто-то, ну, я не помню, Empire, по-моему. Ну, это надо проверять, нас то на сайте вы можете найти расписание. Вы хорошо играли на протяжении сезона, знаете, вам... обидно будет, если вы не поедете на ланы, да, и тут три последние катки просто против лидеров турнира. Ну, слушай, Аегис забирает опять-таки Луна, на этот раз на сыр, Аегис сыр пока никто не хочет почему-то брать. Забрала она сыр все-таки. Здесь птицы, скорость, Фаник опять по твоим, опять дополнишь, ну как же врывается Фаник, ну просто фантастика в этой игре. Фаник по двоим минимум дает стан. Здесь, кстати... Фаника утащили. Тяжелый Фаник не может его затащить. Бэтрайдер на скалу. Что это происходит? Фаник сия смерть просто. У нас надпись. Фаник реально, он уперся просто боком. Вот в этот вот хайграунд. Ты посмотри на его. Он такой тяжелый. Мало того, что лошадь здоровенная. Так еще ты посмотри на его обмундирование. Такое... Как его поднять, вот эту вот лошадь невероятную? Вот это, конечно, вообще огонь. Ну и продолжать сеять смерть, Фаник. Не понял, что вообще хотели тут сделать Cloud9? Ну, забрали Рошана, ну, понятно. Их там поймали двоих. Ок. Потеряли Аегис. Сыр, кстати, Луна схавала. Нет, не схавала, сыр. А, Луны 32 секунды не будет. Можно сейчас пытаться развести Envy на байбэк. И, в принципе, может этот байбэк получиться. Так, не делай пока Envy байбэк, понимаешь, что есть еще глиф, можно, ну, копит, можно копит, 20 время. Секунд, он считает, что, возможно, не Шади стоит тратиться вообще. На этот самый байбэк. Вот он уже диффуза купил. Сплит-пушит хвост. 1200 собрал. У меня спектра оделась, норм. Теперь уже хоть по-человечески выглядит. Хабост. Так, ну и Na'Vi потихоньку поджимает центр, хвост поджимает топ. Крипы сейчас зайдут по двум фронтам и посмотрим дальнейшие действия от NAT Свинцера. Ну, меня в данный момент больше интересует дальнейшие действия команды Cloud9, потому что, ну, от NAT Свинцера, в принципе, все понятно. Вот прыгнул Бэтрайдер, зацепил Дэнди, у Дэнди есть, кстати, БКБ, если он успеет его прожать, не успевает Дэнди его прожимать, но его там пытается засейвить. Дэнди, вот оно БКБ, Фаник опять прыгает вдвоих, тут Луна тоже БКБ пытается ультануть, Дэнди пофиг на это, Дэнди просто сейчас гонится с команды соперника, а тут хвост уже. Там, кстати, Дазл скончался у нас. Так, ну, хвоста вот... опять бьют, может, не надо, но вот опять-таки била Луна хвоста, а умер член от этого. Вообще фиолетово хвосту на то, что его кто-то бьет, а вот Луне он куски отрывает очень неплохие. Ну, сыр схавал, конечно, наверное, да? Нет, вряд ли. Пофиг, за полсекунды не становится этого Envy. Куроки тоже сие смерть. Подвинув бывство. Синг-синг тут пытается блейдмейлом как-то еще и вэдить. Это все, но... Да, да. Na'Vi побеждают. Игра от Na'Vi. Просто отличнейшая игра. Нет, от Na'Vi. Стоит отметить, что Cloud9 тоже хорошо. Молодцы. Играли. То есть они действительно неплохо потели. Перемога Сяйва. И Cloud9 начало, середину игры действительно откатали так, как должны были откатать, но Na'Vi потом сделали что-то невероятное, в частности, да, вот тот же Кентавр Фаник, парочка хороших врывов, отличных врывов от него, и своевременный Радианс у хвоста. Вот, да, как же повезло, очень, что очень вот там вот драка начала, когда вот эта драка была, у хвоста не было Радианса, у него было 3400, ему чуть-чуть не хватало до Радианса. Да, он как раз вот дофармил на Радик вот перед началом драки. У нас, такой у нас тут просто без палева входят люди тут вдоль камеры. Ну, это такое, это такое себе, нормальное, да. Движло, вы уж не корабли ему. Внимания. Да, корабли ему в гавань побольше. Вы, правда, не знаете, кто это, мы вам не скажем. Там уже вычислят люди, там ты что, там по углу полосок на свитере. То есть там свои знатоки. Ну, сейчас люди должны радоваться, все наши зрители, да, нас-то смотрят преимущественно фанаты Virtus.pro, Rocksteady, Na'Vi, которые все устраивают. Мы видим, Na'Vi выходит на седьмое место, 7-1 у них. Ну и вот они Cloud9, 9-3, у RocksKiss тоже 9-3, и у них еще матч друг с другом впереди, если не ошибаюсь, и это очень важно, я сейчас даже проверю, так ли это, потому что мне кажется, что действительно еще Cloud9 надо будет играть с Rocks'ами, вот я быстренько сейчас гляну на оставшийся матч Cloud9, да, это Relax, RocksKiss и Virtus.pro. Так что Cloud9 ждет такая концовочка 3 апреля. Это завтра. У них игры подряд против Virtus.pro и против RocksKiss. Завтра в 20:20 игра против RocksKiss. Важнейший матч, наверное, который будет определять, кто же выйдет у нас все-таки на LAN-финалы. Но это будет очень круто. Но давайте глянем статистику. Хвост. 10 фрагов. 7 у Кроки, 7 у Envy, 6 у Фаника, 3 у Пупей. Ну, Фаник просто царь. Да, Фаник действительно качественно влетал, ну и по смертям, ну, тут такое,
видим, PUP много наумирал у Na'Vi. Ну, хотя это тоже нельзя назвать каким-то супербольшим количеством. И вот он, дэмэдж. Envy, конечно, вносил много урона, но это было до того момента, когда пока Хвостник пил себе Радианс. С Радиансом мы видим, Сашкевичу было просто невозможно удержать. Сашкевич сегодня силен. Ну и вот, Хвост 10-2-12, и Envy смотрит на него немножечко испуганно, наверное, все-таки. 7-5-9, Envy, 166 ласхитов, Хвоста 300. Не напрягаясь, просто накликал. Не, ну просто понимаете, когда человек ни черта не делает, делает даблкил, это ненормально вообще. Я думаю, доволен должен да, быть. Да. Я думаю, что в тот момент тоже улыбнул Хвоста неистово. Ну, это понятно. Да, ну и общая статистика, кстати, я смотрю, что не слишком она отличается от средней статистики по all-time, скажем, по крайней мере, команды Na'Vi. А, ну и что можно добавить? Можно добавить только то, что у нас совсем скоро, кстати, не знаю, совсем скоро или не совсем, в общем, когда-то начнется матч Na'Vi против Meet Your Makers, так что далеко не разбегайтесь, у нас сейчас будет небольшая рекламно-музыкальная пауза, после которой мы вернемся. Не уходите. В 2014 году StarLadder TV представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Dota 2. В 9-м сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы StarLadder добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд. С 17 по 20 апреля в Киев Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Dota 2 TV для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SL TV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда – $80,000. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров – $2,500. Смотри матчи в Dota 2 TV на 5 языках. Поддержи любимый турнир и команды. Keep supporting us. We've been doing a great job buying the tickets. I want you to follow our team on StarLadder. You can follow and support my team through StarLadder by purchasing StarLadder tickets in Dota 2. If you buy the ticket, the prize pool will get increased, so the money will end in my pocket. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет на лича и лоудинг-скрин с пиктограммой StarLadder TV. Напишем новую историю Dota 2 сцены вместе. А ты купил билеты на StarLadder? Покупай билет, черепах.